Всем доброе утро. Вышли с Ричиком на прогулочку. Где он, Ричик? Я здесь. Пошли. Видели? Я вам показал только что. Песчаная буря накрыла Полтавскую и Днепропетровскую областя. Только возникает вопрос. Все областя, граничащие с Полтавской и Днепропетровской, буря проскочила как-то незаметным образом. А Полтавскую и Днепропетровскую накрыла. Пишут, желательно поменьше находиться на улице, чтобы меньше дышать вот этой пылью. Что она за пыль, еще неизвестно. Но у меня возникает подозрение, что потихонечку нас травят. Это мое мнение. А там, как оно на самом деле, не знаю. Ветерок небольшой, и вот это ж такая буря. Сейчас я вам еще покажу с другого ракурса, чтобы вам лучше было видно. Посмотрите. Вот оно, как туман такое что-то. Ну и сейчас я домой буду заходить с Ричиком и покажу, что на машине творится. Вот такая вот песчаная буря. Вышел, сейчас покажу вам, что на машине, какой налет. Видно вам, как рыжий такой, да? Сейчас пальцем проведу, покажу. Смотрите. Гляньте. А пыль она песчаная, если не песчаная. Что это такое? Вот такая у нас экология. Это я с балкона снимаю. Вот смотрите, слева две полосы я проводил там от пальца. Практически уже их не видно там. Опять засыпало все вот этим песком или что оно такое. Так что вот так вот. Сидите дома, не выходите лучше никуда. О, даже через стекло, как видно. Все в тумане. Гляньте, залез в машину. Включил дворники. Рыжая такая вся вода. Поеду сейчас в магазин, Вита дома осталась, приболела что-то, насморк, чихает, в общем, какая-то простуда. А я поеду по магазинам, скуплюся, кое-что покушать взять, да заехать в аптеку какое-то лекарство и взять, как они, противовирусное какое-то. О. А потом же ж поеду к теще, заеду. Теща приготовила там посылочку внуку, нашему захистнику. Что-то хочет отправить, так что надо ее отвезти на новую, забрать, на новую почту. И с новой почты опять потом домой. Привет, привет. Так что и по-быстрому все это сделать и сидеть дома, потому что песок этот несет. Да все, он как туман стоит, все оно. Не хочется и нигде лазить, и нигде ничего. Как я говорил, хотели с Витой на рыбалку поехать сегодня, но никуда не поедем из-за такой погоды. У меня и в машине уже собрано все. И фидера, и прикормки, и все. Осталось по пути только опарыша купить. И все.
всех развез, всех привез. Мамку встретил, помог ей сумки там. Вита, купил тебе лекарство. Вот я он. Уже выпила. Ну. Всем привет. Взял такие, не знаю, хорошие, нехорошие, амиксин. Ну и себе, конечно, я беру расторов, что время от времени попиваю. А вот эта ж песчаная буря, это с утра я выходил, интернет почитал, что Полтавская, Днепропетровская область. А это уже пишут и Донецкая область, и Харьковская область. В общем, по Украине пошла дальше эта песчаная буря. Так что... Кто пишет с Узбекистана, кто пишет с Казахстана. Эта буря идет, да? Угу. И говорят, воняет как вот, ну, дымом каким-то. Ну, что-то вот я сейчас... На улице был, воняло? Да, что-то такое есть, ага. Так что лучше по возможности... Вернее, не по возможности, а при такой необходимости, если вам надо куда-то, то можно выскочить быстро. А так желательно не ходить на улице, не дышать. Потому что одна пишет, окно открыло, вот этого, говорит, как, ну, вот этого, в окно все пошло, оно, говорит, сразу кашлять стало. Так что вот такие последствия. Ну, я тоже так думаю, что на дыхательные органы что-то оно действует как-то. Да, мы с Витой перепутали дни. Думали, сегодня воскресенье, стрим выйти. Оказывается, сегодня уже понедельник. Ну, значит, что, выйдем сегодня. Вита тоже согласна. И Ричик тоже согласен. Ричик, ты согласен? Тебе что, таблетку дали? Это он, когда кушать хочет, ложит сюда свою мордочку. Да, Ричик? Ну, он все на тебя тоже смотрит. Да. Как ты поешь? Покажешь? Не? Ну, он уже старый, он уже петь не любит. Да любит, если попросить, хорошо. Ну, хороший. Все, значит, сегодня на 7 часов вечера выхожу в стрим с вами по Ютубу. Буду ждать всех, не прощаюсь пока еще. Потом уже поговорим и тогда уже скажу вам пока-пока, до новых встреч.